Северная Осетия присоединилась к акции «Давай на 5». Одновременно она проходит в 23 регионах России. Цель – обеспечить детей с ограниченными возможностями здоровья всем необходимым для дистанционного обучения – планшетами, наушниками и специальными клавиатурами. Во Владикавказе акцию проводят Северо-Остинская региональная общественная организация инвалидов, «Независимая жизнь», партнер – Республиканский центр реабилитации детей-инвалидов «Феникс». Там накануне провели презентацию 5 социальных роликов, посвященных продвижению и развитию инклюзивного образования. Сами планшеты – это платформа, на которую можно загружать специальные программы. Ну и в принципе в нынешнее время, там, в случае опасности и в случае карантина, ребенок может с помощью планшета индивидуально заниматься тем, чем ему нужно. Я думаю, здесь уже не имеет особого значения, ребенок с инвалидностью или без. Нам нужно и можно уже в принципе отходить от этого разделения. Если это рабочий инструмент, если ребенок посещает школу, обычную школу, ну и если ему нужно или можно позаниматься дома, ну значит у него будет такая возможность благодаря этим планшетам, наушникам, там, клавиатурам.